мои хорошие, была в магазине. Сейчас иду домой, хлеба купила. И иду домой. Там у нас кафешка. Дождик идет. Поэтому идем, иду домой. Вот смотри, бульки. Такие бульки. Вот. Вот такой у нас. Думаю, сниму вам такой небольшой объемчик. Иду домой. Сейчас, наверное, бисквитик сделаю или яблочную шарлотку сделаю. Бисквитик чай. Посмотрю, что сделаю. Ой, я там выставила вам видео, которое дома утром встала, на работу собиралась. И сняла, когда я с работы. Вот сейчас и шла, сняла вам дождик этот. Погода никудышная, вот это и не знаю, что творится с тобой. Тоже голова болит, кидает в разные стороны. Такое состояние непонятное. Вот. Мои хорошие, поэтому ничего не поподметаешь. Вот я мокрая, видите, как нести. Я как могла, там подмела эти 4 дома. А 2 дома оставила, потому что не могу. И руки болят, и все. Вот у нас как красиво, видите. Девочки тут загородили, садят цветочки. Красота у нас здесь. Там у Партенити в центре. Солнечная 7. Уже мы на Солнечной 7 сняли квартиру. На лето и на зиму. А теперь то мы были у дяди Вовы до мая месяца. И... вот. Вот как у нас в подъезде. Двери закрываются. Вот и никто сюда не зайдет. Света нет. На этом этаже. Второй этаж, вот третий этаж у нас. Цветочки. Мы выставили. Вот, красиво так. Вот. Посмотрите, какие красивые цветочки. Фиалочки цветут. Вот, мои хорошие, ну что, я уже пришла. Солнечную 7. Квартира 27. Вот. Вот, мои хорошие, пришла. Вот и закрываем. Вот и наша Соня встречает. Видите? Наша Соча нас встречает. Вот. Наша Соча нас встречает. Видите, как? Ой. О, и что там было в нашей Сочи? Что случилось, моя красавица? Идет, идет, идет. Ой, моя красавица. Это моя такая кисюня. Это моя такая кошечка наша. Сочи. Сочи, что-то она непонятная у нас какая-то. Там же он бросил мне какую-то фигню, чтобы постирать. Надо бросить постирать. Мы вот это купили ей для ногтей. Чтобы она когтилку делала, это, точила. Потому что у нас вот есть, а где там когтилка? Где-то, а, закрыл тряпку. Закрыл он ею, этой тряпкой. Надо сейчас эту тряпку. Ой, мои хорошие, вот это я пришла с работы. Вот, видите, ой, раздеваюсь. Вот, вот пришла с работки. И все. А это надо стирать. Где-то он унес эти ногти точить ей. Когтилочку тут. Это сейчас брошу постирать. И вот, видите, сделал он. Вот здесь вот это. Тоже сделал ей, чтобы ногти точить. Потому что, ну, никак. Она нигде не хочет точить. И вот это ж мы
придумали, вон на пол постелили, видите, на пол постелили. Вот это, да, Сонечка? И на пол постелили, Сонечки, чтоб ногти точила. Ага. А, и вон он положил ей туда, видите, он. Вот, за лестницу. За лестницу сюда положил, чтобы она там ногти точила. Мы уже не знаем, куда что пристроить, чтобы она у нас точила эти ногти, потому что она у нас девочка такая со своими причудами. Не хочет ничего делать. Ну что, мои хорошие, вот пришла я домой. Сняла. Все. Вот какая. Раздеваюсь. А на этом буду свое видео закрывать. Понравилось? Ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал. Все, пока. Сонечка. И на пол постелили, Сонечки, чтоб ногти точила. Ага. А, и вон он положил ей туда, видите, он. Вот, за лестницу. За лестницу сюда положил, чтобы она там ногти точила. Мы уже не знаем, куда что пристроить, чтобы она у нас точила эти ногти, потому что она у нас девочка такая со своими причудами. Не хочет ничего делать. Ну что, мои хорошие, вот пришла я домой. Сняла. Все. Вот какая. Раздеваюсь. А на этом буду свое видео закрывать. Понравилось? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!